только поблагодарить и поприветствовать всех наших учеников школы. На самом деле карате – это путь, который связан со всей жизнью человека. Если вы его выбрали, если вам он нравится, значит вы находитесь на своем месте. Я очень люблю карате, поэтому я бы очень хотел, чтобы все наши ученики точно так же через карате находили ответы какие-то на свои жизненные трудные ситуации, а может, на какие-то, наоборот, и хорошие ситуации, все видели именно через призму тренировок, через призму занятий. Дорогие родители, Сергей Михайлович сказал вам огромное спасибо за то, что доверили нам детей, за то, что приходите с ними. Это карате вообще не просто тренировки, вообще познание карате – это огромный-огромный труд. Вот ваши дети, они сильные работяги ваши. Я вам желаю, чтобы вы в этой жизни шли вперед, чтобы вы внутри были уверены в жизни. Родители всегда с вами, родители за вас и жизнь, и душу, и все дадут. Вот. Поэтому, имея такой мощный тыл и в виде еще тренерского состава, который вас тренирует, я вам желаю, чтобы вы в этой жизни были счастливы, чтобы вы в этой жизни были очень крепкие внутри люди. The sound. Opens up the channel.